Ребят, всем привет! Что, на просторах Авито нашел наконец себе сиденье, взял от Волги 31-105, состояние в принципе более-менее, как бы, ну, почистить надо, конечно, их. Получилось, взял и левое, и правое сразу, потому что человек там, ну, не знал, сколько продать их, как бы. Звук говорит, купишь, я говорю, ну, за 500 рублей, говорю, одно возьму. Он говорит, забирай два за 800. Я думаю, ну, ладно, возьму за 800. Также думаю, на Авито продам, там, рублей за 500, как бы, ну, еще дешевле выйдет мне. Короче, заодно выберу, какое получше, то и поставлю. Ну, сейчас вот я пощупал, как бы, получается, пассажирское, оно все-таки получше. Попробую пассажирское поставить. У него также есть поясничный упор, как бы, то есть, ну, все как надо. Короче, сейчас сами все увидите. Короче, вот она сидуха, которая у меня сейчас стоит. Тут у него там боковая поддержка, туда провалилась уже, здесь он прям железка торчит. Прям. Здесь еще эта сторона вроде нормальная. Получается. Который купил. Тоже надо, конечно, отхимчистить их. Сейчас от гаража, конечно, далеко нахожусь. Тут потом зайду, похимчищу их, когда уже поставлю. В общем, здесь поддержка хорошая. Получается поясничный упор. Надеюсь, работает. Да, вот он поднимается и отпускается. Все работает. Здесь, конечно, тоже все работает, вроде. А здесь, походу, не работает ничего. Ну-ка. Да, здесь не работает поясничный упор. Получается, здесь такая ситуация, как в моей, тоже здесь также железочка есть. Но зато здесь все целое. А здесь немножко подушка прожженная, ну, пофиг. Сейчас пробую их поменять, так посмотрел, вроде по крепушкам должны подойти. Что-то похоже. Сейчас сниму свое сиденье, короче, посмотрим. Короче, сидуха снимается элементарно, 4 болта откручиваешь и все вместе. Со всей конструкцией все поднимается. Крепит, получается, 4 гайки на 13. Так, смотреть по конструкции сиденья, в принципе, вроде все одинаково. Сейчас, получается, просто откручу вот эти салазочки. И здесь также салазочки откручу и поменяю местами все дело. И надеюсь, все получится. Ну все, с обеих сидушек снял эти накладочки держащие. Вот газелевская, вот волговская. В принципе, сейчас пробуем все обратно прикрутить. То есть, точнее, местами поменять. И надеюсь, все подойдет. Короче, все подошло просто идеально. Единственное, что поставим, посмотрим, как по посадке будет. Потому что читал, что 3110 типа Волги ставили, и получается выше посадка. 105, как бы, я не знаю, как будет. Короче, духу поставил, в принципе, посадки, ну, то же самое. Особой какой-то разницы я не заметил. Есть что, подголовник мне как-то упирается. Сейчас посмотрим, может, тот подголовник поставлю, если нет. Нет, не отгибается. Как-то он так странно, но другой стороны фиг, может, так даже лучше. Очень непонятно. А так, в принципе, как бы, да, вот сейчас поясничную подпорку сделал. Сделал, вот здесь, в принципе, уже поясницу поддержит поудобнее. Конечно, сидуха грязная, не знаю, что воняет еще. Что я когда забирал, не почувствовал запах от нее. А сейчас прям почувствовал. Так что, короче, надо ее чистить. Единственное, что, короче, она, видимо, толще, что ли. Получается, немножко сушку приходится сюда отодвигать. Либо более вертикально ее делать. Сейчас еще поезжу под настрою под себя. Ну вот, со второй сидушки сейчас снял подголовник. Здесь был не так загнут. Здесь, видимо, кто-то что-то химичил, прям сильно загнул сюда его. Так что поставим от другой сидушки, которая должна быть водительской. Смазки чуть вылетают. Так, сейчас вот, ну, вот теперь нормально. А то думаю, какая-то ерунда, что-то на голову давит. Короче, здесь что-то не дочистил я. Косикнул. Вообще потолок может быть в черный сделать. Потому что даже я вот его подчистил, он снова такой полосами весь. Вообще не знаю. Для начала, что машина начала работать, потом уже что-то с ней такое тюнячить. То смысл сейчас что деньги в нее вкидываешь, а
Работы пока нет. Так, ну вот и все, в принципе, поставил. Завтра в гараж поеду, химчисточка почищу его аккуратненько. И все. Будет как новенькое. То же самое главное, боковые эти поддержки. То есть они прям как новенькие. Уже не будет туда-сюда туловище мое болтаться. И поясничный упор. Собственно, для чего все это и делалось. Я, короче, долго сомневался, что лучше поставить, волговское или какое-то иномарочное. Но все-таки выбор пал на волговское, потому что, ну, минимум переделок, как бы, да, оказалось, что вообще никаких переделок, в принципе. И, как бы, ну, все по-штатному, все по-заводскому вроде. Но главное, что есть поясничный упор, как бы, да, то есть, ну, и сидуха снова посвежее немножко. Так что вот такое воскресное утро у меня. Спасибо всем, кто смотрел. Всем пока.